Ну посмотрите, как красиво. Я себя чувствую волшебно. Что-нибудь с предсказаниями. Это важно, ребят. От этого зависит как бы сегодняшний день. Может быть, даже мое будущее. Ну-ка. Так. Кораблю безопаснее в порту, но он не для этого строился. То есть пора в плавание? Друзья, пришел на бранч. Такое чувство, что я в ночном клубе. Что если в час дня? Вот это веселье. Ладно, поеду тренироваться. Никакого веселья мне сегодня. Друзья, я знаю, вы скучаете по нам. Так, друзья, ну что, к сожалению, TikTok закрыли, поэтому вы нас так редко и сюда. Придется рилс, конечно, а что делать? Или ВК клипы, может быть? Или вот одноклассники? Я не знаю, что там вообще есть. Саш, ну ты вроде такой старый. Пока да. Болеете за Саню? Да, у меня, кстати, вы скоро увидите то, что я особо двигаюсь вперед. И... Это моя карма. Да, и оценки. Собственно говоря, некоторые преследуют меня, да, но вы это увидите. Пока еще рано вам могу рассказывать. Да. То есть Агата меня научила немножко фигурному катанию. Правильно. И теперь все оценивают правильно меня. Шнурки связал. Да, да. Молодец. Узлом связала две судьбы.